В Смоленской области прогнозируют самый высокий уровень пожароопасности – 5-й. Об этом сообщают в МЧС. Предупреждение будет действовать до среды на территории Гагаринского, Смоленского и Рослинского районов. Чрезвычайная пожароопасность обусловлена жаркой и при этом ветреной погодой, которая прогнозируется в ближайшие дни. В МЧС призывают смолян строго соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры, не сжигать мусор, не бросать на землю непотушенные окурки, зажженные спички. При этом в 6 районах Смоленщины действуют особый противопожарный режим. Его ввели в Новодугинском, Смоленском, Рослинском, Шумячском, Ерческом районах и Десногорске. В период действия этого режима запрещается заходить в леса, а также проводить любые пожароопасные работы. За нарушение установленных правил следует штраф до 800 000 рублей.